Пришел в границу. Российско-украинскую на Украину. С целью проживания на Украине. В 2018 году я также переходил незаконно границу. Меня задержали. И отменили запрет въезда на Украину. А как же я могу не уехать, если я здесь родился, крестился, в армию отсюда шел. И наконец в тюрьме сидел 25 лет. Что, я не могу здесь жить или что?